Когда песня помогает не только строить и жить, про память, дружбу и любовь к родине пели в Витебске. Здесь прошел международный фестиваль военно-патриотической песни «Солдаты Отечества». Форум, на который приехали 40 коллективов и солистов со всех стран, а также из России, Латвии, посвятили 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В зале ветераны и просто неравнодушные люди, которые признаются, такие концерты объединяют. Каждый фестиваль прибавляет нам, афганцам, по году жизни, потому что мы встречаемся с боевыми друзьями, мы делимся впечатлениями. Самое главное, что молодежь не безразлична к этим фестивалям. Вы понимаете, вот на них смотришь, и они знают весь патриотический репертуар. Они поют с тобой вместе, они танцуют. Понимаете, вот это самое главное. Нам-то, может быть, уже этого и не нужно, вот нашим детям это надо. Гран-при фестиваля в этом году завоевала группа СССР. Следующий музыкальный форум пройдет через 3 года. Его примут Витебск или Смоленск.